товарищи, бойцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники науки, техники и искусств, товарищи сахановцы и сахановки, комсомольцы и пионеры, товарищи зарубежные братья по классу и угнетенные народы всего мира, от имени по поручению Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков и правительства Советского Союза приветствую всех вас и поздравляю с 20-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, 20 лет тому назад рабочий класс совместно с беднейшим крестьянством под руководством коммунистической партии сверг власть помещиков и капиталистов. Впервые в истории человечества трудящиеся стали хозяевами своей земли. Победивший рабочий класс под гениальным руководством Ленина организовал свое советское государство. Впервые диктатуре капиталистов и помещиков была противопоставлена диктатура трудящихся людей, диктатура пролетариата. В героических битвах, невзгодах и лишениях строилось и крепло государство рабочих и крестьян. Сталинская конституция, этот величайший подарок человечеству, венчает 20-летний период борьбы, успехов, достижений и славы социализма в СССР. Рабоче-крестьянская Красная Армия, как и весь Советский Союз, готовы всегда жить в мире со всем миром. Но Красная Армия также готова каждый миг порошок стереть врага, дерзнувшего напасть на страну трудящихся. Наша армия существует не для нападения, но только до момента нападения врага на нашу Родину. Она будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий, если враг ее понудит к этому. Да здравствует наш праздник 20-летия Октябрьской социалистической революции! Да здравствует наша могущественная коммунистическая партия! Да здравствует наш великий Сталин! Ура!